Увлекательное юмористическое путешествие позвало жителей республики новая театральная постановка Черкесского драматического театра «Сандро из Чегема» по мотивам рассказов абхазского писателя Фазиля Искандера. Смешной, остроумный, наполненный уникальным национальным юмором спектакль заставил зрителя смеяться и взбодрил приунывших соотечественников. Вместе с ними постановку оценила и Фатима Даурова. Прекрасный язык автора, юмор, душевность, национальный колорит, горы и, конечно же, главные герои – жители села Чегем. Трудолюбивые, где-то наивные, часто с хитрецой, но всегда обаятельные, любящие свою землю и чтущие свои вековые традиции. Персонажи рассказов из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема», адаптированные на черкесский лад сценаристом Зурабом Бимурзовым, предстали перед зрителями с искрометным юмором. Со сцены должен звучать юмор достаточно хороший, потому что сцена, она требует к себе и внимания, и ответственности, и тех людей, которые работают на ней и которые работают возле нее. Поэтому я очень надеюсь, что юмор Фазиля Искандера, да, Искандера – это классика мировая. Поэтому, если мы соответствовать будем ей, то мы будем рады. Зритель впадает в эйфорию от действия режиссерского воображения и воплощения его задумок актерами на сцене. Удачным ходом режиссера стало приобщение к постановке новых лиц, юных лицедеев. Роли лукавого и вечно юного Сандро героя современного эпоса исполнил молодой актер Шамиль Шибзухов, студент третьего курса Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Это первые шаги начинающего свою театральную карьеру актера. Своими впечатлениями уже после дебюта он поделился с нами. Эмоции зашкаливают. Я просто рад, как никогда. Вот, да, без комментариев, честно. Вот, не могу слова подобрать. Просто рад, очень рад. Все действие пронизано смехом в разных его вариантах – светлым и радостным, насмешливой улыбкой, карикатурой, иронией и сарказмом. Реакция зала на происходящее на сцене – доказательство того, что задумка режиссера и его подопечных рассмешить зрителя воплотилась весьма удачно. Очень понравился этот спектакль. Больше из-за того, может быть, что молодежь тут играет. Все равно это дорогого стоит, когда молодежь выходит вот так красиво, интересно играет. Этот показ открыл новую страницу в театральном освоении творчества Фазиля Искандера. Используя все возможности смеха не как обычного юмора, а как невероятно пластичной и богатой культуры, режиссер и весь актерский состав Черкесского драматического театра справились со своей ролью. Фатима Даурова, Михаил Каракелян, «Вести», Карачаево, Черкесия.